И всем привет, дорогие друзья, с вами Фуэнтес, и добро пожаловать в мой новый видос. И сегодня я буду залетать на новый 79-й сервер Калуга. Ну а перед началом данного видеоролика я бы хотел объявить победителей из прошлого конкурса. Бро, так как под прошлым видео набралось 57 лайков, ты забираешь у нас 57 доната. Я по традиции опять запускаю конкурс на донат. Сколько лайков вы соберете под этим видео, столько доната я и разыграю в следующем ролике. Если ты хочешь принять участие в этом конкурсе, то тебе необходимо выполнить всего лишь 4 простых задания. А именно, подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий с ником и сервером, на котором ты играешь. Также нужно будет зайти на сервер Тамбов и ввести мой промокод хэштег Фуэнтес. При старте даст тебе очень много крутых бонусов. На этом у меня все, ну а мы погнали! Итак, ребята, до открытия остаются считанные секунды. Я надеюсь, что в этот раз мне повезет и я смогу удачно залететь на сервер. Кстати, это уже третья попытка. Я в прошлые два раза пытался залетать на сервер Владимир и на Кострому, по-моему. Но у меня тогда ничего не получилось. Надеюсь, что в этот раз мне повезет и все получится. Так, в этот раз я залетаю в 57 секунд. Я надеюсь, что вот сейчас я смогу залететь. Пожалуйста, пожалуйста, так... Сейчас давайте тогда немножечко подождем, посмотрим, что будет. Так, ну и вот я в очереди, получается, на 7700 человек. Блин. Ну, я думаю, сейчас быстренько эта очередь пройдет, и тогда все будет офигенно. Это, кстати, первый раз, когда я вот так вот захожу. Точнее, попадаю в такую маленькую очередь. Обычно я залетал, наверное, в минут 20-30 только после открытия. И там очередь уже была по 10 тысяч. Ну, прям вообще жопа была. Блин, ну хотя что я рассказываю. Вы можете, в принципе, и сами зайти посмотреть эти два видоса. Ссылочки на них я оставлю в описании, так что залетаем и смотрим. Ну и все, давайте тогда, наверное, ждать, пока очередь пройдет. Я думаю, займет это минут 10-15 максимум. Поэтому просто ожидаем. Ну вот, в принципе, как я и говорил, очередь подходит к концу спустя 10 минут. Теперь надо надеяться на то, чтобы меня не крашнуло сразу. Так, быстренько вводим пароль, выбираем персонажа и... Быстренько, быстренько, быстренько. Так, сейчас главное сим-карт наловить. Так, 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 донат зачислен. Быстрее, быстрее в раздел сим-карты. Мешает вот эта штука... Что за херня постоянно происходит? У меня вроде бы интернет хороший очень, и телефон тоже мощный, но почему-то постоянно меня крашит, когда я залетаю на разные сервера. Ну ладно, ничего уже не поделаешь, поэтому давайте попробую зайти попозже. Может быть, у меня получится словить какой-нибудь номер хотя бы, не знаю. Там уже сами все увидите. Зашел я только на утро следующего дня, и давайте теперь ловить какие-нибудь сим-карты, может быть, что-нибудь осталось, я не знаю. Но, в принципе, я думаю, здесь вообще ничего годного не осталось уже, так как прошли почти сутки после открытия. Попытался я половить разного рода симочки, но ничего не получилось. Дальше я начал искать разного рода автомобильные номера. Ну и вот, короче, у меня получилось словить номера М666К05. Я думаю, это очень хорошее вложение, так как через месяца два, а может быть даже меньше, они будут стоить 2-3 миллиона. В принципе, очень даже прикольные номера, я бы себе такие взял на бэху. Короче, не знаю зачем, но я взял симку 7281. Возможно, чуть позже кому-нибудь ее продам. Ну и короче, это все, что мне удалось словить в разделе доната. Домики уже нету смысла ехать смотреть, потому что их все разобрали в первые 10-15 минут. Короче, я сейчас думаю конвертировать весь донат в верты и потом поедем играть в казик. Итак, все, на балансе у меня 245 тысяч рублей. Едем в казик. Так, вот я уже на месте, народу как обычно дофига, все столы заняты. Так, спустя 10 минут мне удалось словить стол. Сейчас я вам покажу, как делать реальные бабки. Будет забавно, если я за три ставки все солью. Итак, первая ставочка, 50 тысяч рублей, поехали. Ну вот, в принципе, как я и говорил, наверное, мы сейчас все сольем. Так, давайте, наверное, я вам не буду показывать все ставки, которые я ставлю, потому что это выйдет очень долго и будет очень скучно. Короче, ребят, поднял я свой баланс до 445 тысяч и поставил я сейчас весь свой баланс. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. И именно поэтому я выигрываю. Сюда, просто сюда. Сейчас у меня, короче, на балансе 890 тысяч. Надеюсь, то, что я подниму до миллиона.
Небольшой спойлер. Я поднял немножечко больше, чем миллион. А именно 1,5 миллиона. Прикиньте, с 250 тысяч я поднял 1,5 миллиона. Короче, если тех разрешит мне разыграть эти бабки, то я разыграю их специально для вас. Короче, ребят, всю инфу про этот конкурс я выложу в свой телеграм-канал. Ссылочку на него я оставлю в описании. Ну а на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока!